привет. Я Маша. Сегодня с мамой я пришла поувать сокольницу, но мы увидели такую большую рыбу. Да, мы сейчас вернемся тихонько. Постараемся не кричать, не разговаривать, чтобы показать, сколько там рыбы большой. И черепахи там плавают рядом. Очень красиво. Возле нас есть вот такая река, Хукер называется. И в ней очень много рыбы. Давай только тихонько подходить, чтобы не спугнуть, хорошо? Если повезет, еще черепашек увидим. Хорошо, идем. У нас сейчас первый раз созрела, еще будет в августе. А внизу... Иди посмотрим. С той стороны тоже, но плохо видно. Давай попробуем вниз спуститься. Видно? Вау! Это рыба. А сколько ее здесь много. Класс. И она очень крупная, да? Помочь сорвать? Давай я тебе веточку достану. А потом еще сходим инжир посмотрим, есть или нет. Давай. Да. Ты еще здесь сорвешь шелковицу, да? Мы спустились и распугали всю рыбу. И черепашка уплыла. Как ты думаешь, чего они сюда приплывали? Шелковицы покушать? А вот черепашка. Где? Вон. А, вон она плавает точно. Плыви сюда, черепашка. Маша, посмотри, там вон малышка совсем плавает. Вон там, видишь? Да. Если вам понравились такие видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Ставьте колокольчик, точка и пойдем. Пока!